Всем привет, меня зовут Султан, вы на моем канале, ребят. С Новым годом всех, желаю вам счастья, здоровья. Короче, ребят, сейчас я попытаюсь украсть машину Глента. Короче, я вчера ездил, катался по городу с пацанами. Мне, короче, сказали пацаны, что тут переехал Глент в нашем городе. Ребят, у него есть BMW i8, сейчас я попытаюсь у него украсть. Поехали. Так, где-то тут у него дом, говорят, что он сейчас в магазине, машину он оставил. Сейчас мне надо быстро туда ехать. К месту назначения. Вот его дом. Надо как-нибудь машину поставить. Вот, ребят, его нету. Сейчас я поставлю вот сюда машину. Вот, все, так вот, норм. Ой-ой-ой. У него, короче, ребят, у вас есть такая функция, открыть гараж. Вот. Сейчас я скажу, Глент, Глент, никого нету, ребят, быстрее, быстрее, крадем машину Глента. Вот, ребят, сейчас мы ее, короче, рассмотрим, эту машину. Глент. Вот. Быстрей, едем, едем, едем. Сейчас я, ребята, короче, я отвезу гараж по-быренькому, чтобы меня полиция, самое главное, не узнала, что я это гнал. Капец, еще авария там. Это будет, короче, вот такой. Так, сейчас мне надо примерно найти любой гараж, чтобы отвезти эту машину и дождаться вечера. Вот, все, никого нету. Глент, типа я. Так, покупаем гараж. А, он у меня, короче, куплен. Капец. Ну, короче, машины все заложены. Вот как раз вот я вот поставлю вот так вот. Сейчас я поставлю ее. Кстати, ребят, напишите в комментах, кто как, короче, Новый год отпраздновал. Я, короче, вчера хорошо повеселились, все нормально. Канал, короче, отмыли. Обмыли. Части 1250, наверное, там. Так, сейчас бы давайте нам бы закрыть гараж. Где-то он закрывается, вот точно вот я не помню. Так, чё, ребята, у него есть бардачки. Ребят, у него есть бардачки iPhone и 200 тысяч рублей у Глента. Вроде бы машинка такая прикольная, едет все нормально, но, ребят, это не моя машина, к сожалению. Так, багажники, чё у нас? Так, ребята, у него там, короче, кнопка Ютуба. Кнопка Ютуба, ребят, сейчас я ее спрячу. Так, за холодильником туда я и брошу. Так, что у нас по багажнику? Это... Вот тут у нас фильтр, больше ничего не надо. Так, тут, ребята, есть электроаккумулятор и двигатель, ребят. Очень прикольная машина у Глента вообще, ребят. Сейчас я, короче, поеду к невонному дому. Сейчас я, ребят, сажу свою тачку черную. Как раз это у меня специальная лесная тачка, чтобы лес ехать туда-сюда, все дела. Все, я, короче, выезжаю отсюда. Машина уже там находится у Глента. Сейчас, ребят, едем туда, короче, на место преступления. Сейчас я, ребята, позвоню своему знакомому. Да, алло, алло, привет, братан, привет. Короче, помнишь, ты мне говорил, что машина есть у Глента? Ну да, я помню. Помнишь, да? У меня пока что голова болит, я не могу. Братуха, короче, я эту машину угнал. В смысле угнал? Ты подъезжай, короче, к моему дому и все увидишь. Окей. Ребят, он сейчас подъедет к моему дому. Ребят, кажется, эту машину уже ищет полиция.
Сейчас, короче, будет трэш. Быстрее надо бензин анима. Так. Капец, ребята, он сюда и бежит. Да-да, привет, привет. Что случилось, блин? Что случилось, Влад? Меня машину угнали. В смысле? А как так угнали? Капец, что теперь делать? Да полицию буду звонить, не знаю, что уж делать. Ты что, дебил, гараж не смог закрыть или что? Ну, извини, блин, я вообще не думаю, я вообще что в магазине, знаю, что вообще. Вот ролик пропадает на ютубе меня. Ладно, я поеду, узнаю, что вообще как. Ребят, все. Он, короче, тупой, короче, какой-то. Угнал у него машину. Вот, ребят, сейчас я поеду и попрощаюсь с вами, потому что, ребята, уже ролики по 15 минут, честно, уже стали мне уже надоедать. Очень много снимать. В пределах 15 минут, 10 тира, вот так нормально. Ну вот, ребята, вот на этом все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Султан Го. Меня зовут Султан. Всем пока-пока, ребята. Я угнал машину Глента. Вот, не знаю теперь, что с ней делать. Ребят, то ли отдать, или то ли прахнуть, ну, не знаю. Ребят, сейчас будет вызывать полицию. Короче, все дела. Я, типа, как смотрящий по этому городу. Ничего не знаю, ничего. Никого не видел, ребят. Я не при делах вообще. Ну вот, ребята, такой ролик получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех с Новым годом. Всем пока-пока.